Cafe ain't no hobby. Полегче, ладно? Тебе некуда деться. Игра вот-вот закончится. Сегодня тебе везет. Давай, еще раз. Я буду с тобой помягче. Сыграем-ка еще разок. Do you think?
Интересно. Только не так. Еще пару ударов, и тебе конец. Да мои кости сам Локи перемешал. Мне просто повезло. В другой раз может быть иначе. Продолжим. Еще разок. Вот эти. Интересно. Интересно.
academics, right? Сегодня тебе везет. Давай, еще раз. Еще разок. Нет, нет, нет! Мама, минки, ты унвик, нидингут. Hey, far du sein, Skiptinger! Tölum vinur minn! Nehm ekki rætt! Me. I can't believe it.
Интересно. Некуда деться. Вот-вот закончится.
Ладно. Победа почти за мной. Интересно. Hey, far du sein Skiptinger. Tölum vinur minn. Kat. Nehme ich rein. Только глянь! Такими, как ты, я еще не играл. Мы должны повторить. Давай. Может, в другой раз. Орлок. Это... Достойный. Ну что ж, начнем. О, Боже, помоги. Кто ты? Я от Рагнарсонов. Пришло время пустить в ход таран. Что ж, Бургрид хотел боя, а он его и получит. Выступаем сейчас? Вперед! Захватим это королевство! Так, а что мы будем делать с ним? Келберт, что с тобой? Эти люди, Эйва. Я делил с ними хлеб. Совсем недавно Леофрид учил меня обращаться с мечом. Он мой друг. Дружба не вечна. Ее конец острие копья. Я так не могу.
Тем более с Леофритом. Он лишь выполняет приказы. Пойдем к крепости, спрячься где-нибудь в пустой палатке. Не думай, что я трус. Я не боюсь битвы. Я лишь не хочу убивать друзей. Выхода нет. Дерись или прячься. Выбирай. Сломать ворота! Убивайте всех! Но король мой! Thank you.
тебе сдохнуть! Во имя Христа! Все кончено, Бургрет. Сложите оружие и сдайтесь. Возьми троих и обыщи двор. Осмотритесь. Может, что-то найдем. Пошлю за Кёлвульфом. Пусть знает, что трон наш. А, славная битва, да? Но одного Этелинга не хватает. Где сын нашего короля? Кёп. Олберт был здесь. Может, ты его не заметил? Эйвор. Лжешь ты так же, как дерешься. Отчаянно. Здесь перечень выплат. Боргрет вел учет трат. И какой-то знак. Может, это символ клана? Нужно показать братьям. Ивар, я нашел письмо, и в нем какой-то знак. Твои люди что-то нашли? Нет. А ты? Вот. Знаешь, что это за знак? Печать Тонны. Похоже, мерзавка вела дела и с Бургридом. Наемница, что надерзила тебе в Рептоне? Так она служит и нам, и Бургриду. Она могла выдать ему все. Все тайны. Обо мне, Рептоне. Наших планах. К чему вся эта чушь? Прикажи выковать себе новую корону, нацепи ее на голову, и сразу станешь королем. Не получится. Точно не в Мерсии. Мы лишь тратим время. Нам нужно найти Тонну. И узнать, что ей известно. Я скорее воткну топор себе в глотку, чем заговорю с ней. Может, так ты ей больше понравишься. Эйвор, отец у нас с ним один, но его мать свинья. Встретимся у лагеря Тонны. И запасись терпением. И топор возьми. Эйвор, нужно поговорить. Иди, я скоро.
Я отправлюсь к братьям, Эйвор. Встретимся у Тонны. Сын рассказал мне, что Ивар подстрекал его участвовать в битве, пока не вмешался ты. Иначе сейчас ты скорбел бы по сыну. Он не боец. Но должен им стать. В учении или в битве. Он и станет, только держи его подальше от Ивара. Такой учитель ему не нужен. Кто хочет состязания? О! Выпей все. И сколько? Целое? Power!
добром это не кончится. Только не теряй головы. Спокойно. Я и Эйвор займемся этим. Знаю. Сигурд, что-то не так? Мы поговорим с Тонной. Сами. Ивар и Убба подождут здесь. Пусть она думает, что мы пришли вдвоем. Вряд ли мы можем убедить Ивара не убивать ее. Всю дорогу сюда. Он только об этом и говорил. Ясно. Идем? Мы скоро вернемся. Кто отправит Тонну в Хель, того озолочу. Я не забуду. В Рептоне я слышал, что братья заключили с Тонной соглашение. Что изменилось? Она наемница. Буба получал от нее людей и сведения. Но теперь они не в ладах. Бурград почти побежден. Говорят, что Тонне милы лишь серебро и любовные утехи. А верности от нее не добиться. Что толку в той, кому нельзя верить? Это мы и узнаем. Попробуем найти общий язык. А если нет? Ивар говорил тебе взять топор. А вот и вы. Я вас ждала. Если ты ей понравишься. Сигурд, что привело тебя в мой лагерь в такой холод? Думаю, ты уже знаешь. Да. Ветер принес запах пепла. Но раз вы говорите со мной, король Бурград еще на свободе. А ты кто такой, голубь мой? Хочешь сесть ко мне на колени? Я здесь не за этим. Вы хотите знать, где король Бургред? И почему вам кажется, что мне это известно? Мы нашли письма и расписки. Ты заключала с ним сделки. Что тут скрывать? Король хорошо мне платит. Чего точно не скажешь об этих болванах Рагнарсонах? С тобой говорю я. Мне нужны сведения. Что хочешь взамен? Хорошо. Мне нужна новая корова. Заплати за нее. Я похож на дурака. У тебя нет иного выбора. Я чую запах безысходности. Итак, заплатишь? Ты меня слышала. Я и так смогу получить то, что мне нужно. О, нет. Возможность упущена. Покажете здесь еще раз, живыми вам отсюда не уйти. Учтите. Не такого исхода я ожидал. Надеюсь, у тебя есть другой план? Тонна не доверяет тем, с кем заключает сделки. И ведет записи, как Бургред. Они наверняка где-то здесь. Попробую их отыскать. Я вернусь к братьям. Закройте ворота. Если эти сунут сюда нос, убейте. Кто же там приходил? Люди Рагнарсонов, как Тонна и ожидала. Видно, договориться не удалось. Ха! Откуда ты знаешь?
происходит? Эй, что происходит? Длинный дом Тонны. Нужно здесь осмотреться.